Добрый день, мои дорогие! Сегодня поговорим о пользе вязания. Вязание – это йога для мозга, улучшает нашу память, психическое состояние, это борьба со стрессом. Сегодня я получила один пакет, который я заказала. Естественно, чувство радости огромнейшее. Посмотрю, что тут у меня есть. О! Приятно получить вот такой подарочек, конфетка от фирмы. Я, конечно, не рекламирую фирму. Я хочу только сказать о том, что как хорошо, когда ты имеешь чем вязать. Потому что исследования показали, что как для пожилых людей вязание очень важно. И не только для пожилых. И поэтому, если у вас есть возможность вязать, пожалуйста, занимайтесь этим, потому что это действительно помогает бороться с раздражительностью. Посмотрите, какие прекрасные моточки я получила для вязания. Я их сейчас просто все распакую. Смотрите, вот такое желтенькое, солнечное. Это тоже интересный такой серый цвет. Так, смотрим, здесь 170 метров в 50 граммах. Я должна подумать, что я еще свяжу, пока у меня еще в голове ничего нет, только идеи. Но идея — это еще не готовое изделие. Вот такой наборчик, который, я думаю, поможет тоже создать новый проект. И еще говоря о полезности вязания, вы знаете, что повышается эмоциональное состояние в лучшую сторону. И это действительно хорошая разрядка, если особенно вы работаете. И придя после тяжелого рабочего дня, займетесь вязанием, то вы почувствуете сразу себя лучше. Я еще купила вот такой шелк. Здесь 350 метров, 100 грамм. Я очень хочу попробовать что-нибудь связать. Да, я взяла. Сейчас посмотрю. По-моему, 3 моточка. Да, большой пакет. Большой. Да, я взяла вот 3 моточка. И попробую что-нибудь связать себе для отпуска. Прекрасно. Настроение действительно улучшается, когда ты распаковываешь посылку. Да, я, в общем-то, заказала довольно-таки, наверное, много для первого раза. Но это не только улучшит настроение, но и, как мне, пожилой женщине, очень интересно будет вязать. Вот такой набор. Вот такой большой набор для вязания. Да, вот еще взяла такой тоже 150 метров в 50 граммах шелк. Мне интересно было попробовать. Я еще не пробовала ни разу шелком вязать. Но просто хочется что-то для себя создать. Итак, что я могу сказать? Если вам нравится, ставите лайки, подписывайтесь. Если не нравится, тоже ставите лайки. Ну, можете подписаться, можете не подписаться. Но знайте, что польза вязания — это действительно приносит нам настроение, улучшает
даже нашу моторику пальцев. Работает наш мозг, потому что мы постоянно должны петельки считать. Так что пока-пока и вяжем каждый отдельно или вместе со мной.